Запись на массовую вакцинацию нижегородцев от коронавируса откроют 13 января. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на своей страничке в Инстаграм. Записи откроются для всех желающих. Сделать это можно будет на сайте Минздрава. Как только вакцины прибудут в регион, записавшихся будут приглашать на вакцинацию. По данным на 11 января, 1504 нижегородца уже привились от коронавируса. В региональном Минздраве уточнили, что жалоб на ухудшение самочувствия у них нет. Состояние привившихся оценивается как удовлетворительное.